соответственно, всем добрый день! Сегодня с вами Потапенко Юрий, у нас с вами кранч, мы сегодня будем работать с прямой мышцей живота, совсем немного захватим косые живота, ну и чуть-чуть поясница. Итак, что сегодня нужно для нашей тренировки? Итак, обратите внимание, это снова бутылка с водой, наша любимая бутылочка с водой, Хлорик. Ну и не забывайте про то, что сегодня я добавлю немножко опции с мячом, то есть покажу, что такое мяч, как с ним можно работать. Вес на самом деле не имеет значения. У нас в нашей тренировке в данной, конечно, вес имеет значение, но и в данной тренировке можно использовать легкий мяч, надувной. У кого-то есть мячи для гимнастики, просто надуйте сейчас шарики, чтобы вам было веселее, с ним позанимайтесь. Но я взял таковой, это буквально 2,5 килограмма мяч. Все готовы? Давайте для начала разомнемся, кто еще не размялся, с моим коллегой Сергеем. Так, Елена с нами, да? Елена. Все, поехали, сверстач вправо. Давайте поактивнее поработаем руками, поактивнее ногами, обычный приставной шаг. Так, просто поприставляйте, чуть-чуть поднимем пульс. Руки. Все просто. Давай, пять. Сникс. Стараемся дышать. Расправляйте плечи. Есть. Молодцы. Есть. Идем дальше. Open step. Просто подтянуть, немного вытянуть. Немного вытянуть себя. Владик, ну еще не проснулся. Понедельник. Ну, может, еще не проснулся. Есть. По два. Два. Старайтесь держать прямую спину и сильный крест. Есть. Последний раз. Только скручиваем. Да, самые большие. Руки перед собой. Немного согните ноги. Разворачивайте бедро и корпус. Добавьте жим рукой. Пуш. Пуш. Готовы? Больше корпус. Больше корпус. Молодцы. Отлично. Поворот бедра. Выпады. Такая тоже небольшая амплитуда. Помните, наше любимое плечо в диагонали. Не забывайте, улыбаться тоже можно. Ниже. Есть. По две пружины. Две. Молодцы. Две. Колено всегда держите над стопой. Живот тянули. Сильный пресс. Есть. Молодцы. Снова один-один. Добавьте руки. Тянем. Желательно коснуться своих стоп. Держите прямую спину. Молодцы. Отлично. Руки перед собой. Вот так. Буду немножко в наклоне. Боком, чтобы вам было понятно, что у нас спина прямая. Растягивайте бедро, держите прямые ноги, сильный пресс. Отлично. Есть. Готовы. Правая, левая. Потянулись вверх, вытяните спину, живот тянули. Правая, левая. Отлично. Молодцы. Большие наклоны. Подышали, подышали, подышали. Хорошо, собираем руки, ноги. Прогибаем вниз, вверх. Вот так, вниз, вверх. Вниз, вверх, давай. Обязательно подышите. Округлите спину, втяните живот. Четыре раза. Молодцы, три раза. Два раза. Возьмите в руки скакалку воображаемую. Попрыгайте немного на скакалке. Скакалку, кстати, тоже можно будет использовать, и следующая неделя, я вам обещаю, сделаю упражнение и целый класс только со скакалкой. Отлично. Отъемы ног перед собой. Молодцы, вытягивайте стопу. Отлично. В стороны также. Вращение предплечьем кистью. Все легко, так что вас никто не слышал.
молодцы, назад бежим. Назад, вращает скакал, назад. Ага, есть. Молодцы, добавьте заклепки, сразу перейдите на заклепки. Сейчас еще немножко разогреемся. 3, 2, 1, подъемы бедра. Молодцы, бок. Так что вам было видно, что бедро должно подниматься хотя бы до параллели с полом. Тянутым животом, сильный пресс. Молодцы. Отлично, легко поплыли на двух ногах, вправо-влево, повороты к таза. Разогрейте себя. 4, 3, 2, молодцы. Делайте глоток воды, подготовьтесь к основной части. Итак, нам нужно с вами подготовить сейчас ковер. Вот так, наверное, да? Хорошо. Вот такое положение. Я буду чуть-чуть боком. Вода вместе со мной, мяч вместе со мной. Все, итак, мы примем положение лежа на предплечье правое. Ноги будут полностью прямые. Локоть, плечо, рука на пояс. Боковые медленно вверх. Медленно вниз. Так. Стоп. Это медленный режим. Мы делаем его на 2 счета вверх плавно и на 2 счета вниз. Отлично. Приготовились на каждый счет. Смотрите, делайте так, чтобы пол для таза был горячий. Это легкое касание. Вверх. 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 Молодцы. Добавьте руку. Выдох. Можно повыше, еще 4, 3, отлично, повыше, 2, и последний самый, держим планку, только статика, стоп, отлично, стоим, планка, живот тянули, держим сильный пресс, если вам тяжело, согните ногу в колено, правое, делайте это с колен, пружина вверху. Да, я вам сразу буду показывать опции, как легче, как сложнее. Выбирайте для себя свой уровень и занимайтесь вместе с нами. Отлично, держим планку. Здесь планка такая, смертельный номер. Все тело в напряжении. Держим, держим, держим. 4. Молодцы. 3, 2. Отлично, все супер. Поменяйте положение лежа. Сейчас мы с вами меняем положение лежа, это буквально 30 секунд перемещение с одной стороны на другую. Локтевой сустав, стопы вместе, живот тянут. Готовы? Медленно, 2 глубоких. И вверх. Подъемы таза. Вниз. Главное движение. Вверх. Молодцы. Вниз. Старайтесь не торопиться, считайте до 2 медленно и также медленно. Отлично. Меня хорошо слышно? Отлично. На каждый счет. Вверх. Вверх. Дышите, дышите, дышите. Поднимайте корпус. Помните, если вам тяжело, сгибайте ногу в колено. Отлично. Держим планку. Живот тянут. Сильный пресс. Мы с вами добавим руку на каждый счет. Молодцы. 8 раз делаем. 8 раз. Отлично, 7. Дышим сильный пресс. 4, 3. Молодцы. 2. Последний раз. Держим. Можно так. Помните, это статическое положение. Живот тянут. Сильный пресс. Не забывайте, что у нас с вами работают мышцы живота. Сейчас совсем немного. Опять же, поясница. Отлично. Все хорошо. Идем дальше. Буквально снова 30 секунд, небольшой отдых. Я вам покажу немного упражнений с мячом. Если нет мяча, ничего страшного, просто держите руки перед собой. Итак, сидя на ковре. Вот тянут, круглая спина. Пока работа вправо-влево. Вправо-влево, вот так. Я к вам лицом, вправо-влево. Смотрите, немного поднимаем мяч до линии глаз. Можно так. Можно так. Я буду с мячом. Итак, у нас с вами 2-й блок. Работа с небольшим предметом. Это может быть все, что угодно. Хоть бутылка с водой. Есть. Идем дальше. Вниз. Вниз.
Итак, смотрите, что мы делаем. Вид сбоку. Округляем спину, поднимаемся и вытягиваем. Здесь. Прямая мышца живота, поясница. Поехали. Вместе, вместе. Если вы не будете отдыхать, слушать меня и делать то, что я вам говорю, то у вас сегодня получится отличное занятие на пресс. Стоп! Смотрите, что мы делаем дальше. Левый также. Ага, еще раз. Та-пам. Чуть побыстрее. Мяч держим чуть выше головы, это очень важно. Очень важно. Очень важно. Сильный пресс. Стоп! Смертельный номер. Тоже без мяча. Если тяжело. Помните, да? Да хоть бутылкой с водой. Как угодно. Отлично. Идем дальше. То же самое упражнение, которое мы с вами делали сидя. Его можно выполнять, сидя на пятой точке, держа баланс справа-влево. Можно взять гантели, можно взять любые предметы. Руки должны быть связаны друг с другом. 4. 3. Молодцы. 2. Немного отдохнет поясница. Кладем мяч. Медленно вниз. 4 еще. Медленно вверх. Еще раз так же. Медленно вниз. Отлично. 2-2. Вниз. 2. Вверх. 2. Вниз. 2. Вверх. 2. Кто готов? Вниз. Вверх. Вниз. Можно это делать просто руками. Медленно на 4 счета. 4, 3, 2. Касание лопатками, вытянули руки. Медленно. Все вместе. 4, 3, 2. Молодцы. 4, 3, 2. Снова 2-2. И вниз. Медленно вверх. Вниз. Вверх. Хорошо. Молодцы. Внимание, держим статику. Стоп. Правая, левая. Немножко отдохнуть в этом положении, если получается. Можно без мяча, если вам очень тяжело. Возьмите надувной мяч. Наконец, новую бутылку. Что хотите. Можно ничего не брать вообще. Готов? Жим ногами. Немного поработайте формой. Посмотрите. И сбоку. И спать. Профиль. Давай. Пытаемся дотянуться до своей стопы. Короткая амплитуда. Маленькая. Готово. Амплитуда больше. Дышать, 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 дышать. Это очень тяжело. Реально тяжело. Отлично. Все, тайм-аут. И снова 30 секунд. У нас с вами небольшой отдых. Мы продолжаем работать с прессом. Нам мяч не понадобится. Сделайте глоток воды, идем дальше. Следующее положение будут планки. Планка с колен. Живот стараемся втянуть, таз подтянуть к ребрам. Ну, очень хорошо. Стопы обязательно делайте в опору. Посмотрите, что стопа находится в опоре, и вы готовы на нее приподняться. Готовы все вместе. И правая. Левая. Вниз. Левой ноги все то же самое. Вот так вот. Раз. Два. Три. Левой то же самое. Отлично. Обе две. Обе две. Молодцы. Не забывайте дышать. Выдох на усилие. Выдох на усилие. Да. Разгибание ног, изгибание ног. Легкое касание. Стоп! Держим. Знаете, да, что статика это классное, классное упражнение, вернее, классное упражнение для того, чтобы полностью прочувствовать все свои мышцы. Ну, в основном мышцы кора, конечно же. Готовы? Держим планку. Но перемена вправо-лево чуть диагонально. Сгибание ног.
Сегодня музыку взял специально медленную, чтобы у вас все получалось, чтобы вы делали это медленно, правильно, с хорошей техникой. Не забывайте дышать, держите сильный пресс. 8, 7, 6, 5, 4, 3, молодцы, 2, ну а теперь побежали. Отлично. Отдых. Молодцы. Сейчас немножко мышц антагонистов. Прямая мышца готова. Руки у нас с вами перед собой чуть согнуты. Ноги также в напряжении, взгляд вниз. Диагональный подъем. Готово. Правое плечо. Левое плечо. Правое. Левое. Не забывайте, поднимайте ногу в диагональ. Итак, правое плечо, левое бедро. Левое плечо, правое бедро. Все вместе. И... молодцы. Вверх. Грудную клетку не открываем и ни в коем случае не прогибаемся. Это очень важно. Контролируйте себя. Я понимаю, очень сложно контролировать, когда меня рядом нету, но я с вами. Давай. Молодцы. Все в диагональ. Отлично. Хорошо, прекрасно. Идем дальше. Гиперэкстензия. Вдох на выдох вниз. Вдох на выдох вниз. Не забываем дышать. Сделайте вдох на выдох вниз. Вдох на выдох вниз. Отлично. 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 Медленно. Два вверх. Два. Медленно вверх. Очень мало делаем упражнений на спину, поэтому для кого-то эти упражнения будут просто невыносимо тяжелыми. Рекомендую вам именно в такой планке укреплять мышцы спины. Мышцы позвоночника. Продолжайте медленно. И медленно вверх. Медленно вниз. Отлично. Еще раз. Стоп вверху. Чуть-чуть динамики. Это все делается в самом верху, в самой верхней точке, когда вы прогнулись. Вы выполняете ноги-руки-кроль. Часто быстро ноги-руки-кроль. Да, вот так, вот так, вот так, вот так. Диагональ. Ага, хорошо. Отлично, 4.